Интересный вопрос такой. Иван из Москвы задает. Цитата из Иоанна Златоуста. «Если услышишь, что кто-нибудь на перекрестке или на торгу среди народа хулит владыку Христа, подойди и запрети. Если же придется и побить его, не отвращайся, ударь его по щеке, сокруши его уста, освети руку свою ударом». Можем ли мы руководствоваться этими словами Иоанна Златоуста? Конечно, можем. Безусловно. Но нужно помнить, что в этом случае ты можешь за Христа пострадать. Потому что по гражданскому законодательству это запрещается. Но если христианин заранее готов идти на страдания за Христа, это очень как бы хорошее и правильное дело. И категорически необходимо. Если бы христиане вот так бы действовали, согласно Иоанну Златоусту, то, я думаю, никто бы не посмел рубить иконы там, в Великом Устюге там, и так далее. Это совершенно было бы исключено. Ну и потом сама власть. Власть, никакая власть не будет ссориться со 100-миллионным крещенным народом. Это же мы видели, когда Евдокимов, губернатор, попал в аварию насмерть, хотели осудить водителя, который вел машину, с которой он столкнулся. Народ встал, все, о, все, нет, никаких, все. Так же и здесь. Только не надо бояться вот тех людей, которые будут по этому поводу визжать. Ну, обязательно будут визжать. А как же? Да я даже и не представляю. Я даже думаю, что нужно установить какое-то место для этого визга. Ну, как Гайд-парк там в Лондоне. Но я думаю, что это за пределами так, больших городов, чтобы не делать шума. И, так сказать, не мешать движению, метро там перекрывать. Этого не надо. Хочешь повизжать, вот тебе какой-нибудь выделить пустырь, где, так сказать, и пожалуйста.